И что делать с этим? Меня сброшено вас 200 тысяч тонн тротила. Можете идти. Из какой дырки эти звуки? Несанкционное проникновение в меня! Борис Запорик. Классная фамилия для такого классного мужчины. Так, мужики, чем займемся? Не знаю. Надо чем-то заняться. Бизнес открыть свой. По таким шляпам, как у тебя. Пойдем за мной, пожалуйста. Я вообще в сопротивление хотел пройти. Да вот только пойти туда будет сложновато. Типа ты не умеешь сопротивляться? К мои ушки, мужчина, я того все. Сим-карту. Че кричите-то? Я слышу. Ну, цель вашего визита. С мужчиной вот только что прошел вместе с ним. Не написано ничего. Почему? Я не помню. Ты не прошел. Иди отсюда. Так, я сюда попал. Сквозь боль и кровавые уши. Мячики нападают, мячики нападают. Че за мячики? И можно я футбол бахну? Вы вообще умеете ездить быстрее? Давай вокруг этого столба теперь. Оп, оп. Футбол играешь, мяч пинать надо. Да он что-то за мной ходит. Нет, не заслуживаешь такой смерти. Нет. О, уборщик. Хорошо выгляжу. О, там говно летит какое-то. Вы мусорщики, да? Там говно над нами. А так можно было? Отпусти. Ой, мусорщик напердел. Боже. Ты обещал довести меня к лучшей жизни. Посмотри, во что я превратился. Я не виноват, мы устроили тогда социалистическую революцию. Дайте уберу это говно катающееся. Дайте говно катающееся уберу. Уберу мусор. Давай, уберу тебя. Тут какие-то чивы зомбированные есть. Ну, а мне в тыкву. Ну, если еще кетчуп подавать, я больше кетчупа люблю. Рейд на шарик. Вы все не любите футбол, что ли? Мы про другой мяч. Оружие где взять? Я морально вам помогаю, мужики. Лё, какая зверюшка. Блин, я бы себе вот такую домой хотел. Ой, меня штука съела какая-то. Что это за... Я тоже хочу быть таким. Пошлите прогуляемся в такую прекрасную погоду. Пойдемте. Он задумался, можно идти, я думаю. Мужик, беги! Нет. Беги! В смысле что? Почему я виноват? А он типа вышел, ничего, да? В смысле ходить можно, за что... Беги! Меня... Спасибо, мужчина, мне нравится. Да. Так, вот по спинке сзади можно? Ага. Целыми днями просто стоит... Хотите экстремальный тайский массаж? Не-не-не, вот проникать не надо. Анальная инквизиция. У меня... Что-то капает. Да не волнуйтесь. Не волнуйтесь? Это геморрой. О, мусор. Это геморрой капает. Мусорки для вас, смотрите, что тут. Бежим! Вам не понравилось? Мусорки лежалы. Избиение на рабочем месте, помогите. Молодец, Райдер. Вот Вадим молодец. Какой молодец? О, спасибо. Работаем. Глаза влево, аптечка в попу. Боря, ты еще. О, рядовой, мистер Куст. Рядовой, пойдем, я тебя быстренько выучу. Не верим ему. Что такое? Что такое? Я тебя просто сфоткаю, да и все. Фу, таким быть. Вообще, фу. Фу. Мы тут работаем днями, ночами, а у вас просто скрын. Че, не получается? Бля, не попадаю. Ай! Мне шарики за ролики. Я спрыгну или извинись? Я говорю, я спрыгну оттуда. Я спрыгну оттуда или извиняйся. Сейчас я прыгну. Не надо. Четко по попке. Прикиньте. Они встречаются, да? Это все такие. Повел его, так сказать. Ты не знал, как провести классное время одному или с друзьями? Юреев IM. Проект серверов, который позволит тебе найти то, что тебе нужно по твоему вкусу. От поиска всякой гадюки в SCP до Мишки Фредди или даже скибиди туалетов. Все, что тебе нужно, это нажать кнопку подключиться. И здесь краткая инструкция, как тебе это сделать. Когда ты зайдешь на проект, для тебя есть халява. Заходи в меню донат, нажимай на ввести промокод, и промокод ЛАМБА даст тебе бесплатный кисик для хорошего старта. Играй на этом прекрасном проекте, и возможно мы с тобой встретимся. Ссылочка
в описании. Здравствуйте. А, новенький. Я солдат. Так, давай. Его на пост, да, я устал здесь стоять. Да, окей, я ему объясню, что делал. Если будут вопросы, я стреляю с базуки вот этой, правильно? Давай выси, ты сможешь. Перераспитай. 1-0-8-5-6. У меня прям встал от такого голоса. Я на посту, извините, да, здравствуйте. Покажи ему сеткарту. Ребят, можете кто-нибудь найти и помочь мне с допросом? Окей. Стоп. Взятка. Идите с допросом. Я случайно, случайному деньги дал. Спасибо. Ну а теперь иди обратно за напомнить. Яйцо какое-то. Ничего, никто не стоит. Я пошел. Работать. Ты еще прикалываешься или что? Да, я там никто не стоит. Да, блин. Все, в конец очереди. За желтую линию. Здравствуйте. Смит, он же никто, он же вообще не знает. Он же как это... Лысый, сид-карту до трех считай. Не дадите, уйдете обратно. Раз. Два. Три. Все, он не дал. Уводите его отсюда. Че? Уводите его. Да за что? Уводите его. Сэр, стой. Да пусть ведет его. Воспитать надо лысого. Знаю я. Ну он лысый, но он видел наглый какой. Ну а чем он нам нужен? Пусть его воспитают битый, а потом... Ну так надо воспитывать лысых. Смущает 250 тысяч тонн тратила за детей. О, халява. А он взрывается? 200 тысяч тонн тротила, да. И что делать с этим? Я сброшу на вас 200 тысяч тонн тротила. Ой, ого, шпагатик, смотрите. Какой элегантный шпагатик. По какому поводу прибыли к нам? Бедные можно могут проходить? Да. Бедные и нищие могут проходить. Постоянные места. А, ну проходите. Проходите, бедный. Надеюсь, вы заработаете хотя бы 100 рублей до завтра. О, очко собаки. А я не знаю, я только приехал, мне сказали, вот иди вахтером работай, я работаю. Извините, это что такое? Это подопытный пес, не обращайте внимания. Когда человек зайдет, это ну все специально сделано. 385. 17.01.14. Он ушел. Свобода! Вот, хорош, туда его! Вообще круто. Какой ты... Ой-ой-ой. Меня мама домой зовет, все всем пока. Пока. Чего говоришь, извините? Откуда? Приехал ты! Так, так громко? Сидите, 20. Не, ну что, проходите. Спасибо, спасибо. Купите себе что-нибудь, желательно для ушей. Ой, вы нищие, проходите. Билета 2. Я уже этот КПП 8-й раз прохожу, спасибо. Я понимаю, вы нищий. Ну, жизнь такая. Не обращайте внимания, все... Мужчина, остановитесь! Мужчина! Я бегу за вами, мужчина! Несанкционное проникновение в меня! Как пользоваться наручниками? Остановите его! Он проник! Ну отлично, из-за вас... Я уже супрессор. Из-за вас! Просто чел проник сюда! Четвертая женщина! Вот это жук! Где вы жука нашли такого? Как вы меня назвали, офицер? Скорость черепахи какая-то. А почему ты... А че он такой быстрый? Не надо, не развязывай его. Жук, вы долго будете за мной ходить? Кто не смеет меня так называть, офицер? Жука жуком? А где у вас рот вообще? Так, ну это нападение. Явно. Он тебе мозги высосет, на. Ну он не только мозги сосет. Где так? Давай либо на КПП D1, либо патрулируй ГП, выбирай. Охрана жука можно? Не будешь так оскулачивание уже. Можно. Все, я охраняю жука. Из какой дырки эти звуки? Офицер, вы поты? Нет, откуда у вас звук идет? Извините. Каракатицы. Дай. Еще раз повтори, как ты меня назвал? Генерал. Каракатицы. Секторио, подойдите сюда живо. Он кофе выпил. Видите, а вы говорите, что я еще неадекватный. Можно и отпустить меня? Сер, почему вы покинули строй? Секторио в тюремный блок. О? А сколько сантиметров потому у меня? Что, извините, я хотел подойти к какому-нибудь... Секторио, вот смотрите-ка, что он как меня называет. Офицер, как вы меня еще раз называли? Генерал? Он, кстати, вас называл фрикаделькой. Генералчик? Чего?
Либо же Сардалька. Ууу, смерть. Почему? А вы? А вы доказательства какие-то будете? Он сказал от себятину. Так, я понял, в принципе, спасибо. Фрикаделька меня убила. Реально на сардельку похож. Только не говори, что это на КПП, пожалуйста. Давайте тоже за мной. Только не говори, что это КПП. Да! Да я устал там стоять. В том-то дело, что ты опять же туда должен идти, чтобы стать хедкрабом. А как? А туда же туда же полностью не зайти, там же райд это нет. У меня есть маскировка, так что ничего страшного. Мы можем пройти через карантинную зону, но шансом небольшим на нас могут, ну, забанить. Нам туда до конца вверх. Так, пойдем. Туда, куда ракеты летят. А, куда ракеты летят? Не грустите, все будет хорошо. Я и наикрущу. Мячик, это мой мяч. Это мой мяч. Это мой мяч. И вы когда-нибудь погибали за одну секунду? А, не-не-не, мячик, не надо таких приколов, слушай. Что-то пикает, пацаны. Что-то